Так, друзья, смотрите, значит, один из способов упаковки багажа — это непосредственно в аэропорту есть служба упаковки. Вот так вот выглядит автомат, где упаковывает сотрудник аэропорта багаж ваш. Значит, стоимость упаковки в Харьковском аэропорту одного чемодана составляет 100 гривен. Так, ребята, ввиду того, что никто не упаковывал в это время багаж в Харьковском аэропорту, то покажу вам этот фрагмент из киевского аэропорта Бориска. Дело в том, что, в принципе, этот процесс абсолютно одинаковый, хоть и в Борисполе, хоть в Харьковском аэропорту, упаковка производится абсолютно одинаково. По времени занимает примерно, ну, 1,5–2 минуты. Как правило, очереди вообще никакой не бывает возле этого автомата. То есть это не отберет у вас много времени. А вот по надежности это именно самый надежный способ упаковки и самый качественный способ упаковки. На данный момент по стоимости это составляет 100 гривен, возможно, в перспективе стоимость поднимется. Так что в комментариях под этим видео напишите, в каком аэропорту вы упаковывали свой багаж и по какой стоимости. Неважно, Харьков, Киев, Анталия, Египет, Барселона. Просто напишите аэропорт и стоимость упаковки багажа. И, друзья, еще один способ упаковки багажа — это непосредственно можно упаковать чехлом. Его можно купить, либо получить вот подарок от гостиниц. В общем, смотрите, как это все выглядит. Вот так выглядит этот способ упаковки в чехол. Он легкий, практичный, в принципе, но не самый эффективный способ защиты чемодана от повреждений. Тем не менее, как бы, зато легко и просто вы его можете самостоятельно упаковать непосредственно в самом аэропорту. И третий способ — это упаковка в домашних условиях, стрейч-пленку. Многие туристы пользуются этим способом, чтобы сэкономить на этой процедуре в аэропорту. В общем, выбирайте сами, какой способ вам будет удобнее и практичнее. Друзья, смотрите, значит, после того, как вы только получили свой багаж, обязательно его осмотрите, чтобы ваш багаж был целый и ничего не повредилось. Потому что, вот смотрите, значит, в чем суть. Очень хороший пример вот такой вот светлого чехла. Как видите, он стал уже, то есть чехол был новый, абсолютно новый чехол, значит, и смотрите, в что он превратился. То есть поймите, что проходит ваш багаж, пока он проходит транспортировку в самолет и из самолета. Поэтому обязательная моя рекомендация — пользуйтесь всегда каким-то способом упаковки вашего багажа, чтобы сохранить эстетический вид вашего багажа.